Красному Головенко Храпов Денис представляет город Рязань. Боксом занимается 7 месяцев. В ринге провел 5 боев, 3 одержал победы. Тренируется под руководством Лобанова. Синему Головенко Кашевин Олег представляет Крылья Советов. Боксом занимается 1 год. В ринге провел 5 боев, 2 одержал победы. Красавай руку, не держи. Да, Денис, да, с уклоном вправо, правильно, правый через руку, молодец. Хорошо, пособный, Дед, пособный. Хорошо, хорошо, молодец, еще попал. Еще правый через руку попробуй. Левый, левый, чаще. Красавай, не надо, левый. Хорошо, молодец, собрано, внимательно, внимательно. Хорошо. Еще правый не хватает, Дэн. Подныривай, подныривай под правую ручку. Массаж. Эй, рука. Бить. Здесь бить надо. Собрано, Денис, собрано. Бить надо, Олег. Хорошо, внимательно заворачивай ручку. Бокс. Бросай. Руку бросай. Вы сам, Денис, поработай концовку. Сам, собрано. Левый джеб, правый через руку. Да. Раз, два, три, подрезаем. Работай, давай. Хорошо. Вот. Правый не хватает. Нарабатывай, нарабатывай, Олег. Правый снизу. Хорошо, давай. Хорошо, отлично. Отлично, Денис. Внимательно, вот. Внимательно. Концовка, Дэн, внимательно. Убивай, Олег. Работай. Работай. Хорошо, хорошо. Шестая пара готовится к выходу в ринг Красного Лосинкина с Синего Овчинника. Продолжение следует...
А в этом бою победу одержал боксер из Красного Угла Храпов Денис, город Рязань.